Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И у нас сейчас вот такой вот арахнид. И арахнида мы, ребята, отправляемся в бой на Луне. Так, а вот и первые танки. Отлично, мы их постреляли. Идем дальше. О, вот еще один. Стреляем. Готов. Уничтожили. Так, еще один. Давай, иди сюда. Так, у меня аж крутилочка есть. На, крутилкой. Сейчас я вас циркулярной пилой пощелкаю. Готов. Так, этот еще одного убил. Сейчас возьмем. О, все, убили. Идем дальше. Так, он лежит. На. О. А, танк. А, босс, кнут. Давай мы его попробуем циркулярочкой пощелкать. На. Так, опа, тихо. На, еще раз циркулярочкой. На, готов. Все, уничтожили. Ребята, босс повержен. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Я хотел улучшить Феникса, но смотри, не хватает совсем немножко монеток. Давайте поиграем. Классический крушитель Луны. И попробуем заработать денежки. Чтобы было у нас, ребята, ровно 900 с копейками. Так, вот эти вот танки мне в этом помогут. Мы прокачаем Феникса. Хорошо так. Опа, ей, давай, 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 еще. Так, все, готово. Так, вот этого сейчас. А ну-ка, давай. Все, уничтожили. Так, вот еще танки едут у нас. Готовы. А ты что ж такой быстрый-то, на, получай. Так, вот первый босс. Можно было. А, ну сейчас мы сделаем. Кстати, подлечимся. И поджарим его. На, получай. Ну все, в принципе, у меня прокачанный танк. Еще можем немножко подлечиться. И сейчас будет много танков. Смотри. О! Тихо, 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 тихо. Дайте мне встать нормально. Смотри, не мешает. Мешает мне нормально даже встать на колеса. Еще? Да сколько у вас там? Откуда вы размножаете? Где вы там размножаетесь, а? Слишком много танков. Да, мы едем дальше. О, вот лежит, смотри. Лежит чувак. На, привет. Я тебя переверну? Нет. А, да, смотри, он переворачивается. Нет, нормально встал. Все. Сейчас мы до второго босса доедем. Я это чувствую. Мне нужно прокачать срочно танк. Свой. О! Блин, смотри, как они меня попадают. Меня. Все. О, еще едет, смотри, красненький. Но это замыкающий танк. Как бы сейчас больше танков не будет, надо будет немножко подъехать. А, вот, смотри, вот они. Вот они, чуваки. Надо хорошую позицию еще найти, здесь встать. Ну вот, наконец-то, 1000 монет у нас уже есть. На, держи, получи. Молодец. Так, вот еще, смотри, танки. Сейчас мы их... Вот, все, босс пошел, босс. Ага, лазерная пасть, наконец-то таки. Сейчас мы здесь встанем. Подождем, как он подъедет, так, а ну-ка. Вот так вот. Во, вот здесь нормально будет. Во, едет, едет, едет. На. О, даже ни разу мне не попал. Два раза только выстрелил. А, берем ремкомплект. Так, ладно. 100% он меня не подлечил. Ладно, не критично. Сейчас будем вот этих уничтожать. Танчиков. Все, давай, давай, давай. Есть, подрезали мы танк.
Ага, вот еще, смотри, стоит чувак. На тебе. Готов. Едем дальше аккуратненько. О, здесь будет сложно. Здесь надо как-нибудь вот, вот так здесь встать. Во. Нормально, попадаю в них. Все. Огнеметом своим. Ух ты, какой хитрый, а. Так, а ты что здесь стоишь? Держи. Во. Пошли, пошли танки. Пошли, пошли, на. Получай. Подлечимся сразу. Все, ждем. Здесь много танков будут ехать. Поэтому можно не спешить. А, вот еще один. Маленький. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Пошли, вот они свои идут. Толпа сейчас такая будет здесь. Во, отлично. Так, еще один. Готов. Следующий, второй. Все, уничтожили. Никого вроде бы нету. Едем дальше. О, на. Есть один. Второй. И еще два. Все. Уничтожили. Едем дальше. Так, что у нас здесь получается? О, танки. Раз, два. Давай поближе я подъеду, может быть так вы быстрее. Ну хотя нет, тут разницы нету. Близко подъезжаешь ты или не близко. Ну да, танков много, смотри, у нас уже 1300. 1300 монет, офигеть. Вот эти я хочу еще забрать себе. Так, где же там босс уже, ребята? Давайте срочно босса сюда. Мне нужно подлечиться. Прям побыстрее. Ну, не знаю, пару танков сейчас мы уничтожим, и уже будет босс. А, о, монетки. Ну, где есть монетки, там есть и вражеские танки. Ой, хорошо. А когда мы танк прокачаем Феникса, то вообще будет хорошо. Хорошо будет. Так, ты что ж ты, гад, творишь-то, а? На, получи. Армада. Босс. Давайте попробуем поближе подъедем. На! Ах ты, гад, смотри, что ты делаешь. Что ты делаешь? На, получай. Ой, все. Подлечились мы, едем дальше. Подожди, я еще вот этим своим подлечусь. Ой, хорошо. О, все, пошли уже. Долго вас ждать не пришлось. Сейчас по идее сейчас еще должны танки идти. Но их нет. А ну давай проверим, где они. Ага, точно нету. А, вон оно что. Тот танк, который должен был идти следующий, он просто перевернулся и стоял. Очень много танков. Очень много. Сейчас их еще больше будет. Может, 1500 мы насобираем как раз монет. Готов. Следующий. Отлично, ждем еще. Ой, хорошо, мы здесь сейчас их жарить будем. Едем, едем, едем поближе. О, давай. Так, а, ну этот будет медленно ехать. Специально мне назло, смотри, а. Смотри, что он творит. На. Есть вообще такое преимущество, когда ты просто стоишь. Когда ты просто стоишь, это огромное преимущество. До тебя, получается, вражеский танк едет, а не ты к нему. Так, итого 600 монет. Хорошо. Так, итого. Ну, давайте приобретем улучшение. Броня, пушка. Сейчас посмотрим. О, ну, пушка как бы не сильно улучшилась, только броня. Но мы еще можем его улучшать, оказывается. Ладно. Смотри, короче, что я придумал. Как уничтожить... А, смотри, нет. Блин, плохо. А, противник тоже на Фениксе. Ну, ладно, сейчас посмотрим.
Короче, фишка такая, стоишь на месте. И ждешь, когда к тебе враг-то подойдет. О! Давай посмотрим, кто кого. Так, подлечимся. Кто кого, ребята? Видишь, я выиграл. Хотя я просто стоял на месте. Смотри. Вот ее, да, кобра? Также мы стоим просто на месте и ждем. Ждем врага. Так, он ничего не понимает, едет. А мы начинаем его жарить. Он ничего не может понять, что такое, почему я стою на месте, да? Так, давайте подлечимся. Едет на меня, а мы его опять жарим. Все. И он проигрывает. Понял? Просто стою на месте. Играем дальше. Так, ну это уже серьезнее немножко, но все равно. Мохаммад. Давай, едь сюда. Он едет, получается, на Титане. Ну он понять, он сейчас как бы едет, не понимает, почему я стою на месте, да? И тут я начинаю жарить его. А ничего, не надо, не обращая внимания на ракетки эти всякие. Все, он отошел. Сейчас опять едет. Мы его опять обжариваем. Все, готов танк. Открываем сундучок, смотрим, что там. Так, просто монетки лежали, да? Ладно, играем дальше. Катюша, ну тоже поинтереснее будет, посложнее, не знаю. Тоже просто-напросто стоим на месте. Сейчас подъедет Катюша. Ну такая теория у меня. Вот, смотри, стреляет, стреляет, стреляет. Ой-ой-ой-ой. Все, уничтожилась Катюша очень быстро. Совсем не сложно. Такая тактика. Тактика выжидания называется. Просто стоим, ждем, когда подъедет к нам боец. Противник. О, тоже на Катюше, да? А, этот близко не подъехал, смотри. Хитрый. Хитрец. Так, а ну-ка, ладно. Давайте подлечимся. Да, смотри, какой он хитрый. Где он? Вот, едет. На, поджариваем его. Ха-ха-ха-ха. Не попал в меня. Ждем, сейчас опять будет. А, ну он подлечился, видишь? Ничего страшного. Все. Мы его уничтожили. Очень легко. Так, ух ты. С этим как? Ну, сейчас посмотрим. Если он подъедет поближе, то мы его щелкнем. Ждем. И, о, подъехал. Все, жарим. Так, ладно. Ах ты гад, смотри, что творит. На, получай. Поджал меня. Все, победа, ребята. И открываем сундучок, смотрим, что там. Так, ничего интересного. Играем дальше. Вот такая тактика. Просто стоим и ничего не делаем. Ждем. Ждем. Так вот, начинает стрелять. А мы в него стреляем. Все, здоровье у него кончается. И он взрывается. Да.